уни математика следует романтике. История науки поэтична, изобретение чисел – вот пример. Их красота разумная, этична, антично с ними видится прямей. Как вдруг открылась иррациональность, квадратный корень и диагональ. Редка разумных чисел персональность, а мнимость вообще оригинал. Действительные числа полны дырок, возможность с вероятностным нулем. На ноль деление пропасти без бирок, мрак догмы аксиома я белен. Не меряют ни кардинал, ни меры, чувствительно все то, что без конца. Умножить нет количеств, нет им веры, и не видать лица из-под венца. Лечение сродни гомеопатам, подобное подобным постулат. У ним математическим набатам дорогу к постижениям подстилать. Реально бесконечность кардиналов, сверхбесконечность дал обратный нуль. Достойны ли истории аналов? Руль знания иллюзии вернуль. Романтика универсальных чисел и множеств и количеств и систем прозрачностью небесною лучится и видится сверхбездною совсем.